Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 24 июня. И вот хочу показать вам своего черного принца. Уже примерно месяц назад я вам говорила, что купила, и попался, вероятно, пересорт. На пачке были нарисованы большие такие крупные черные томаты. В результате получились вот такие. Когда мне говорили, вы оставьте, не удаляйте, много было таких завязей. Ну, много-много, видите, их в кисточке. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, штук по 10, по 12. Я удалять не стала, и многие писали, ну, может, он еще вырастет. Но черный принц, короче, не вырос больше. Как он был маленький, так и остался. Зато поспел в первую очередь. Тут вот даже на более высоких ярусах уже, видите, бурые томаты. Я не знаю, вообще ни разу не видела такого томата в жизни. Он маленький, вот он вырос, все, ну, сантиметров, наверное, 40, не больше. Он маленький, весь усыпан вот этими томатами. Но это, короче, какая-то самая простейшая, элементарная скороспелка, которая вот... У меня вообще таких мелких томатов нет. Такие мелкие обычно же черри, но это не черри, у него кисть такая же, как у нормальных томатов, просто он не вырастает. И не только здесь, я посадила специально в трех местах. Но думая, что это черный принц на улице, в этой теплице в ранние сроки и в следующей теплице более поздно. И вот во всех трех случаях он получился вот такой мелкий-мелкий-мелкий, начал буреть. Ну, короче, вот купила я такой черный принц. И многие зрители говорят, что они тоже купили черный принц, и у них тоже вот такой томат. Но обидно, я говорю, ну ладно, пересортится, все бывает, но пересортили бы с каким-нибудь тоже с хорошим, с крупноплодным томатом другого сорта, ладно, я согласна. Но вот эту мелочь, у меня таких томатов даже нет. У меня даже скороспелые, и то меньше 100 грамм, 100 грамм, 100, 120, скорее всего, даже и нету. Но это очень маленький. Вот такой получился черный принц. Меня не... С вами я не общалась дня 3, наверное, у меня компьютер был в ремонте, сдала еще в конце прошлой недели, сейчас в понедельник только забрала, так что я видео не снимала, доступа к интернету не было, вот сейчас первое видео, которое я сегодня в понедельник выложу, это вот про черного принца. Удивил так удивил, вот это такая пересортица, обидная, конечно, занял здесь место, в другой теплице, в открытом грунте, везде вот эти малыши. Ну что, будем делать первый салат с лже-черного принца. Все, желаю всем удачи, чтобы, конечно, томаты были у нас покрупнее, чем вот эти вот. Ну, вообще-то, в первую очередь и эти сойдут, ничего. С огурчиком со свежим, с укропчиком, с лучком. Все, до свидания.